Лишний крюк я делал так же, как и на своих прогулках по Москве. В общем, сейчас у нас здоровье хорошее, патроны есть. Смотри, что надо сделать. Во-первых, вот там вот этот катер болтается. Во-вторых, у нас вот тут внизу чубрик есть. Совершенно безжалостный. Вон он. Вот. Вот так. Теперь мы, когда уже обойдем, нам будет легче. И вот этот еще. Там два катера, да? Ну вот, смотри, я что, я почему хочу... Потому что там есть патроны для этой самой, для снайперской винтовки. Вот если так обойти кругом, понимаешь? А патроны мне для снайперской винтовки, ой, как понадобятся. Взять его! Поэтому обойдем быстренько. Здесь, собственно, все легко. Здесь все легко и пополняется, видишь, запас оружия. Так. Ну, сильно не бежим. А чё, а где его пушка? Чё будет подобрано? Не надо мне дробовик. По-моему, он отсюда прибежал. Здесь нам больше никто не угрожает. Хотя нет. Так, 20 патронов в обойме. Отобьемся. Где-то он здесь. А, это уже снизу, снизу. Это снизу клиент. Спокойно, здесь все хорошо. Сейчас мы тут все пополним, все здоровье, не переживай. Сейчас пару раз у нас попадет. Это не страшно. Совершенно не страшно. Главное, что понимаешь, тягомотно. Так, слушай, кто мне звонит, а? Так, ладно.